2019 году Казанский федеральный университет занял лидерские позиции не только в Татарстане, но и в России, получив 3 зарубежных патента и заключив 13 лицензионных договоров. За эти показатели Президиум Республиканского совета Общества изобретателей и рационализаторов Татарстана наградил КФУ званием «Лучшее учреждение по изобретательству среди вузов». Если признают, что наш университет в интеллектуальной собственности развивается, значит, это говорит о правильности направления всего университета. Потому что все-таки патенты – это мировая новизна, это признание мировой новизны. Поэтому то, что мы признаны именно по интеллектуальной собственности у нас в республике, в стране, показывает, что мы идем в правильном направлении. Надо, конечно, однозначно надо усиливать эту работу. ВУЗ занял первое место в республике в конкурсе на лучшую постановку изобретательской и патентно-лицензионной работы. Вдвойне приятно вручать награду именно университету, потому что университет у нас классический. Хотя у нас в республике представлены технические вузы, которые более прикладные, и казалось бы, что у них должно быть больше заявок, больше патентов на интеллектуальную собственность. Но вот именно КФУ умудрился не только получать патенты, но еще и продавать лицензионные договора. КФУ не только создает изобретения, но и выпускает специалистов, занимающихся патентной деятельностью. Единственная магистратура по интеллектуальной собственности, именно не юридической, а именно по промышленным, именно техническим направлениям интеллектуальной собственности, находится у нас в инженерном институте Казанского федерального университета. И, соответственно, мы каждый год выпускаем по 5-6 выпускников, которые находят свое место, именно работают и в предприятиях, в отделах по патентованию, так и, соответственно, помогают в работе патентования у нас в университете. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.